Йо-йо, с вами Стафи, и сегодня я буду играть на Ваймворлде Майнкрафта. На Ваймворлде, и сегодня у нас будет Билл Баттл. Да, Билл Баттл, я решил поучиться построить, посмотреть, как другие строят, но мы с вами погнали! Итак, ребята, вот у нас тема башня. Я не знаю, как я буду строить башню, но как-нибудь сейчас подумаем. Башня, башня, башня. Давай, я думаю, что я сейчас буду строить башню. Типа она такая, ну, замшел. Вы поняли меня. Нормально даже, ну, смотрите, типа, прикольно сделано, как будто в царстве каком-то, ну, вы поняли, да, какой. Только вот тут, типа, проходик маленький слишком. Это окей, ну, я, типа, не понимаю. Ой. Я, типа, не понимаю, это не похоже на башню, это знаете, на что похоже? А, типа, здание какое-то большое. Ну, это окей, это пацан не успел достроить. Это он что-то пытался сделать, но он не успел. Так. Ну, это нормально, типа. Ну, прикольно пацан сделал. Мне нравится. Прикольно. Тут пусто. Если бы еще внутри что-нибудь обустроил как-нибудь. Столики, это мое. Надеюсь, людям понравится моя постройка. Так, это я не знаю. Ну, это окей, но типа, когда это за 5 минут, это... Да, ясно, можно не достроить. Но можно было построить маленькую и красивую. А тут она большая, но некрасивая. Это что, башня? Это, нет, нет, вы видите здесь башню? Это, типа, не башня даже? Это, я не знаю, это, типа, какой-то... Не понимаю. Это какой-то дом. А, это стекло. Это какой-то дом. Так. О, вот это вот прикольно. Но если бы она была немного поменьше и повыше, тогда бы, может быть, и... Так. О, да, это что-то типа... Это вот прикольно. Это вот это может даже и победить. Это то, что я хотел, типа, заброшенное. Конец игры. Сейчас узнаем победителей. И я... Это серьезно? Это победило? Ну, окей. Сегодня мы не победили, очень жалко. Но ничего. Всем до свидания, всем пока. С вами был Стафи. И не забудьте про лайк. И подпишись, если понравился мой канал. И не забудь про колокольчик. Ну, а с вами был Стафи. И всем пока-пока.